правительстве региона состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Махачкалы. В рамках встречи присутствующие обсудили несколько вопросов, один из которых – это реализация мероприятий региональной государственной программы обеспечения развития и реализации города Махачкалы в функции столицы Республики Дагестан. Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в Махачкале большое количество проблем, от решения которых зависит качество жизни населения столицы. И на данный момент нужно найти эффективные меры для их устранения. Мэр Махачкалы Юсуп Умалов заявил, что общий объем финансирования на реализацию госпрограммы по улучшению функций столицы в 2023 году составил более 927 миллионов рублей. В нее были включены благоустройство и капитальный ремонт парка имени Ленинского комсомола, благоустройство набережной в редукторном поселке и другое. В ближайшее время планируется запустить еще несколько проектов, которые на сегодняшний день находятся в разработке. Сейчас от некоторых профильных министерств уже получены положительные заключения по предполагаемым мероприятиям. Проект будет решать основные вопросы по развитию Махачкалы. Также Абдулмуслимов поддержал данный проект по развитию города и предложил власти разработать и представить в установленном порядке государственную программу в короткие сроки.